сейчас осенью, когда теплица готовится к земле, к зиме, землю имеющуюся, может быть, даже не всю сразу в теплице, а только половину там или как под какую-то культуру вынести из теплицы, потому что весной этим заниматься будет некогда, и ее просто распределить где-то в саду, в огороде, чтобы самое... Или вот на закрытие этих ям с сорняками, где у вас перегной образуется, а что тогда на замену внести? Ну, на замену у нас, во-первых, у нас, я имею, у каждого почти есть какая-то куча или компостная яма, или компостный ящик. Затем листовой перегной, который мы готовили, можно его использовать, хорошую огородную землю, на которой не росли овощные культуры. Ну, почти на каждом участке где-то есть крапива, например, да? Крапива растет только на богатой земле. Значит, вот можно там использовать землю, ну, чтобы смотреть, конечно, чтобы не занести сорняки.